Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Сейчас мы находимся в районе Биг Бер. Это в 2 часах езды в Лос-Анджелес. Видите облака? Как будто мы летим на самолете. На самом деле мы стоим на горе. Такая красота. Вон там избушка какая-то на курьих ножках. А вот и Катюшка. Катюшка Казакова. Вот снег. Снег. О, Катюшка первый раз видит снег. Это снег. Ну, холодный, холодный. Снег. Я дала потрогать, тебе не нравится холодный. Не надо. Или хавнийский снежок. Хорошо лепится, потому что он такой сыроват. Лепить хорошо снежочек. Сейчас пойдем что-нибудь слить. Еле сорили сосна, что это такое.